Всем привет, ребята, с вами Чент, и мы продолжаем прохождение игры Fallout 4. Закончили мы на том, что мы помогли нашим ребятам, и сейчас у нас появилась новая миссия. Ихняя миссия — добраться до станции Бертфорд, но мы решили все-таки воспользоваться другой миссией, это станция Оберленд. И нам там нужно поговорить с жителями. Мы в предыдущий раз модернизировали нашу пушечку, и теперь с помощью ее мы можем творить очень крутые дела. Так. Эта точка где-то находится здесь, и, скорее всего, мы вот почти что пришли на наше место, потому что, скорее всего, это оно. Смотрим, с кем же нам тут придется бороться. На самом деле, да, значит, пивоварня Биртаун. Биртаун. Все тут машины сгоревшие, в ужасном состоянии. Так, точка. Ага, нам нужно пройти дальше, да? То есть, как бы, нам сюда не требовалось заходить, но мы, скажем так, проходом зашли сюда. Но я думаю, что мы сюда еще вернемся, потому что надо будет еще. Но пока что мы держим свой курс на другую точку. И вот скоро мы будем именно на ней. Будем бежать по рельсам для того, чтобы видеть все. Так, военная частота, сигнал пропал. Ну, а нам отчасти она и не нужна. Так, станция Оберленд. Да, мы на месте. Так, нам теперь здесь нужно поговорить, ребята, с кем-то поговорить. Ага, вот вижу, вижу. Ребятушки, может, вы потом пойдете ко мне? Hey there. What do you want? We don't тебе надо, у нас тут и без тебя проблем хватает. Чего ты пушку достала? Полегче. Take it easy. I'm with the я Минитмен, я хочу вам помочь. Ты Минитмен? А мы думали, никого из ваших уже не осталось. Мы попросили одного из торговцев рассказать всем, что нам нужна помощь, но не ожидали, что из этого что-то получится. После того, что случилось с Квинси, люди в Минитмен... Окей. Так, у вас какие-то проблемы? О, да, хорошо, что ты здесь. Нас уже несколько недель терроризирует банда рейдеров. Они крадут у нас еду и припасы. Грозятся, что убьют нас, если мы не будем им платить. Мы знаем, где их логово, но нам с такой бандой тягаться не... Я с ними разберусь, ребята. Это задание для нас. Так, спасибо. Если вы, ребята, всерьез возьмете за это дело, мы все станем жить лучше. Ну все, договорились, малышка. Так, а у вас тут типа продуктики растут, короче, круто. Так, смотрим, куда нам нужно все-таки пойти. Так, помочь. Где наше задание? Вот. Цех сборки. Перебить. Перебить рейдеров. Давай-ка. А на карте это все где? Ага, а на карте это здесь. Окей. Так. А куда нам лучше передвинуться, чтобы мы быстрее туда добрались? А, давай сюда передвинемся, а с этой точки мы подойдем уже к ним. Скажем так, будет быстрее. Поэтому хорошо иметь контрольные точки для того, чтобы быстренько передвигаться по карте и потом находить какие-то ближайшие места. Это очень круто. Итак, сейчас мы подгружаемся. Fallout, Fallout. Хорошая игрушка, мне нравится. Очень интересный сюжет, очень интересно поставлена тут графика вообще. Ну, короче, круто. Так, ну что, мы, короче, уже почти на месте, и нам требуется вот сюда, правильно понимаю? Да. Короче, сейчас будем, ребята, валиться. А вон и наши противники. Я уже их отсюда вижу. Моя снайперка помогает. Мы поставили на... пушку прицел, модернизировали ее, которую мы получили от нашего теперь уже союзника. Так, окей. Ну что, ребят, сейчас начнется дуэль. А мы умеем плавать? А нам тут плавать не нужно, я понял. Так, смотрим. То есть заходить будем-то, а? Опа. Все, мы на месте. Итак. Да начнется махач, ребята. Да начнется махач. Мы должны тут. Оп. Кто? Так, по нам кто-то шмальнул.
Ага, вижу. Есть. Еще кто-то. Откуда? Вижу. Голову снесли. Вот это я понимаю, пушка, ребята. Вот это мы пушку взяли. Просто. Космос. Просматриваем. Тут все спокойно. Почти кокнули его. Я не те. Готов, ребята. Опа. Откуда? Куда валят? Ого. Ого. Как вблизи так к нам подошел. Hold. Тихо. Откуда? Да что ж то происходит? А, вижу. Есть. Так, спокойно, смотрим по сторонам, потому что начинается махач. Они откуда угодно лезут. Опять. Где? Да что ж происходит? Шарик, покуда нам валят? Я не вижу... Сбоку где-то. Ах ты, паразит. Опа, и голова отпала с плеч. Шарик, ты у меня бессмертный, я знаю. Есть контакт. Сейчас мы с ними разберемся. Их они угадали. Есть, надо поэкономнее патрончики использовать. Ага, вижу. Я понимаю, почему они не могли с ними бороться, слушайте. Откуда выстрелы? Так, давайте посмотрим, может быть, мы сейчас можем что-то подкушать, потому что нас чуть-чуть так подбулькали. Так, значит, у нас тут есть покушать, покушать мясо, давайте покушаем. Оп, все. Где он? Просто врагов плохо видно. Это что? А, это мертвый. Арбуз, кукуруза, короче, раздели всех наголо. Какой бешеный-то, а? Бешеный. Оп, откроем эту штуку. Что, все? Окей, смотрим дальше. Хлопцы, я дома. Да-да. Где вы, а? Так, нам нужно сюда. Ребята, пошли. Сейчас мы будем внутри наваливать. И показывать, что в доме батька, а? У нас пушка такая, что аж сам боюсь. Хорошего, скажем, для себя. Так, мы еще того прицельчик поставили, что можно даже в дальнюю дистанцию, видите, очень хорошо валить. Не было прицела, я не знаю, как бы валил бы тех вот сверху. Каким-то просто чудом бы. А так, да нечего делать. 1-2 и готово. Так. Ого. Откуда? Черт побери. Голова сносится с патрона, ребята.
Рано тут такие, вот ты паразит. Сейчас разберемся. Ага, вижу. Есть двое. Так, надо подкушать какого-то мяска нашего любимого. Вот, отлично. Засранцы. Валят откуда хотят. Так, наша точка, куда? Покажите мне место. Ага, вот у нас есть место, где нам надо спуститься. Shoot him! Shoot him all! А что ж так не точно-то, а? Надо в прицел уходить все-таки. Откуда? Кто? Блин, я не вижу. О, ребят, тут можно новую базу обустроить, я смотрю. Есть контакт. Слушай, тут мы такую базу нашли, что трындец. Ух ты, блин. А, вон он. Есть. Сняли. Так, надо восстановить чуть-чуть опять жизни. А, симулят. Зачем мы его использовали? Ладно. Так, тут готово, смотрим дальше. Сколько вас тут, а? Голова отлетела, ребята. Головушка отлетела от тельца. Еще одному сняли голову. Ух ты, черт побери. А, это оборонный пункт. Я понял, что это было. Слушайте, тут база, конечно, крутая. Крутая, крутая база. Я бы тут бы обжился, если честно. Потому что здесь... Во-первых, она более защищенная, потому что она находится внутри, чем наш городок. О, у вас слишком много вещей. И у меня собаки рядом нету, да? Так, почему собаки рядом нету? Надо решить эту проблему. Черт побери. И вот что мне нужно сейчас, повыбрасывать всякую хрень, наверное. Потому что у нас перевес. Ой, по-моему, что-то не то нажали. Черт. Сейчас разберемся. Вот, раз. Так, это мы должны выбросить. Это выбросить. Это тоже повыбрасывать. Так, есть чуть-чуть места. Я только не понял, где моя собака делась. Лифтик. О, лифт. А, давай, поехали. Я думаю, что нам нужно поехать повыше. Или это нижний уровень? А мы не вверх? Ребятушки. А, вон и враг. Оп. Ребята, мы нашли врага.
А это был не главный враг? А, есть главный враг, все, мы почти всех перебили. Есть контакт. Так, отлично. Кто там еще живой остался? Кто там еще умничает? А, вижу. Оп, один патрон и голова. О, ядерная. Так, патроны возьмем. А, что мы еще возьмем? Ладно, ничего больше брать не могу, потому что мы потом опять не потащим это все. Нам опять нужно разгрузиться. Так, подняться мы туда не можем по каким-то непонятным причинам. Я не знаю почему. Ну и ладно. Так, что нам показывают? Что мы должны идти уже на выход, да? Ну пошли. Навалюнькали тут всем, показали. И теперь можно идти на свал. Прогружаемся, ребятушки. Сейчас посмотрим, кому мы будем дальше наваливать. Может быть, эти двое все-таки присоединятся к нам и будут вместе с нами жить. Я не знаю, но было бы очень неплохо. Плюс два человека в наше жилье не помешало бы. Хотя вот это вот здание реально очень крутое. На нем легче было бы защищать. И в нем поместилось бы больше людей. Ну, посмотрим. Как говорится, посмотрим. Пока что так, а там увидим. Так, таблица способностей. Что у нас по таблице способностей? Понятно. А, так. Что здесь? Ага, все, мы вышли. И какова дальше миссия? А, дальше у нас... Сейчас. Сообщить жителям об успехе. Ага, я понял. Ясно. Все ясно. Так, жители, вы где? А, вы, по-моему, живете у нас... Блин, я не помню, где вы живете. Ага, вот станция. Переместиться. Перемещаемся на станцию, быстрее будет, и сообщим им о том, что мы все-таки там навалюнькали всем, и никто больше их терроризировать не будет. Вот такие вот дела. А мы понемногу проходим Fallout 4. Так, ну что, дорогуша, что я тебе хочу сказать? Excuse me. Давай поговорим, тебе удалось найти рейдеров? Можете о них забыть. I took care of them. No kidding. В самом деле, ничего себе. Это же замечательная новость. Мы тут поговорили и пришли к мнению, что если ты нас выручишь, мы согласны снова присоединиться к Минитменам. Чтобы наша жизнь изменилась к лучшему, надо помогать друг другу. Ну, мы согласны. Если что-то случится, можешь нас рассчитывать. Еще раз спасибо тебе. Отлично, ребята. У нас появилось еще два человека, да? Может быть, они будут с нами теперь жить, я не знаю. Но... Так, готовить мне тут нечего, поэтому... Не будем сидеть. Отличненько. Просто отличненько. Да, но теперь нам нужно все-таки пойти... Давай попьем воды. Оп. Ну. Очки жизни восстанавливаются. И, в общем, восстановились. Отлично. Так, задание выполнено. Поговорить с Престоном Гарви. Престон Гарви. Это кто у нас? Кто у нас Престон Гарви? Ага, то есть мы должны поехать к себе как раз домой. То, что нам и надо, как раз сейчас выкинем все нам ненужные вещи, перекрафтим их и поговорим с нашим чувачком. Так, хорошо. Возвращаемся, сейчас посмотрим, что там нам скажут. Может быть, предложат для того, чтобы этих двоих взять к себе? Ну, как вариант, почему бы и нет. Wow.
Так, когда-нибудь Sanctuary будет процветать, я это видела. Конечно, бабуль, мы тут все сделаем. Все будет самым лучшим видом. Так, все у меня тут работают. Кто у нас там? Чувак, я иду к тебе. Мы сейчас с тобой поговорим. О, пока нам нелегко приходится. You know that settlement you sent me to help? Помнишь, что поселение, куда ты меня отправил? Ты можешь найти жителей. Это прекрасная новость, я знал, что задача тебе по плечу. Кстати, возьми сигнальный пистолет, с его помощью ты сможешь вызвать подмогу, если рядом окажется минитмены. Ну, сигнальную ракету взяли. Пока что от него мало толку, но после того, как нам примкнут другие... Так, я хочу о ком тебя попросить. По-моему, я еще не рассказывал тебе, что произошло с минитменами. Так и получилось, что остался только я. Я слушаю. Ты же знаешь про резню в Квинси? Ну... Нет. Я думал об этом уже все содружества знают. Минитмены предали друг друга и тех людей, которые они больше призывали защищать. Я был в отряднике полковника. На Квинси напали наемники, называющие себя стрелками. Люди послали минитменам сигнал о помощи. На этот сигнал откликнулись только мы. Остальные отряды просто отвернулись от нас и от жителей Квинси. Окей, чувак. Нашего отряда выжило лишь несколько человек. Полковник Холлис погиб. Мы никак не могли найти безопасное пристанище. Одна катастрофа следовала за другой. Ты знаешь, чем это кончилось? Там, в Конфорде. Так. Я знаю, каково это. Быть последним выжившим. Да, тебе тоже пришлось несладко. Поэтому я и обратился к тебе. Я не могу возродить минитменов, но тебе, думаю, это под силу. Ну, спасибо. Мне очень приятно это слышать от тебя. Спасибо, что ты соглашаешься. Ну, окей. Славно, славно, добро пожаловать в наши ряды. Это очень сложный и важный шаг для минтменов, да и для всего содружества. Не волнуйся, я буду тебе помогать, генерал. Ничего себе повышение. Руководитель Минитмена всегда носит звание генерала. Нашим последним руководителем был генерал Беккер. После его смерти в 82-м и так и не смогли решить, кто должен занять его место. Чем хорошо быть последним из Минитменов, я могу присвоить тебе звание генерала, и никто мое решение не оспорит. Короче, потому что он последний. Я получил сообщение о том, что одному из последних угрожает опасность. Я отмечу это место на твоей карте. Сходи и узнай, что им нужно. Мы должны заручиться поддержкой как можно быстрее. Окей. Но прежде чем мы туда пойдем, мы сейчас должны сплавить всю нашу вот эту вот билиберду непонятную. А, так, секунду. Ага, вот туда нам нужно. Есть. Так. Эти пока что отстраивают домики, мы... Подходим к нашему станку и сейчас разобьем все к чертям. Мастерская. Использовать. Так. Что у нас есть и чего нам не надо? Вопрос. Блин, мне кажется, что лучше выбрасывать вещи по-другому. О, малышка. Оп, ты уже здесь, да? Это ж ты о том, о ком я думаю? Нет, это другая. Ладно. А, не проблема. Так, смотрим, что будем выбрасывать, ребята. Это выбрасываем. Выбрасываем. Противогаз выбрасываем. Не надо. Все такое себе. Смотрим дальше. Из оружия. Что у нас из оружия ненужного? Вот это вот вообще зачем столько? Ой. По-моему, я что-то лишнее выбросил. Ну ладно, сейчас посмотрим. Так. Нет. Так, коктейль. Осколочная граната. Ну, честно, не вижу пока. Я редко кидаюсь чем-то. Ракетницу мы тоже берем. Хламатрон, ну не знаю. Честно сказать, не знаю.
Урон 40. Ну, то есть можно с ним ходить, но, может быть, хламом будем стрелять. А много ли он весит? 30 единиц. Ну, слушайте, он весит тоже немало. Так. Черт побери, надо бы где-то было это все бы сбросить. В идеале. Ха, кукуруза. А, мы сейчас, ребята, посадим тут все. Секундочку. У нас сейчас тут будет... так. Повыбрасываем это все. Оп. И теперь мы разберемся на разборочку. Нам это все не требуется. А потом, если что, мы что-то открафтим. Может быть, сейчас что-то и открафтим, слушайте. Почему бы и нет? Сейчас можно посмотреть. Получится ли у нас крафтануть что-то. Дерево, сталь, сталь, сталь. Гранату. А гранату нельзя открафтить. Граната будет просто у нас тут лежать. На всякий случай, как говорится. Так. Вот единственное, что неудобно, это нужно вот каждый раз так все поштучно вот это вот удалять. И мне еще кажется, что это не особо-то реально-то и удобно. Кастеты. Все. Ну окей. Так. Давайте подойдем к крафтингу. А, я не могу его, да? Секунду. Оп, отлично. Так, я хочу сделать праведный властелин. Так, а что я могу сделать? Оптический прицел. Но у меня он стоит уже. Лучше поставить пока что не могу. Так, стандартная какая-то пиндюлька. Которая что? И что станет лучше? Особо ничего. Поэтому не вижу смысла. Длинный ствол у нас стоит. И тут у нас тоже все стоит нормально. Окей, ну тут на самом деле это я и... крафтить-то и нечего. У нас неплохая пушка. Давайте посмотрим, может быть, по броне что-нибудь. Крафт брони. По-моему, вот это вот здесь вот, да. Так, ну... смотрим, что у нас тут вообще есть. Вот, металлическая броня правой руки. А, так. Поднимается чуть-чуть совсем. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, пока не надо. Пока не следует, и так все хорошо. Так. Ну что, мне кажется, что на этой части мы все-таки закончим и продолжим уже в следующей серии проходить эту всю игру дальше. Это был Андрей Чент. Подписывайтесь на канал, я жду ваших лайков. Всем пока!